украинском клубе, пабе и без футбола. Он здесь на двух видеоэкранах. Люди пьют пиво, конечно же, украинское, и одновременно смотрят то, что происходит сейчас в футбольном мире в разных странах. Да, здесь всегда людно, естественно, и на этом празднике тоже. Thank you, sir. Футбол и пиво — это всегда хорошо сочетается.